Ну что, Рыж, готов? Сейчас, погодите. 5 секунд. Не факт, что будет хорошо видно, но я... Ой, блин. Рыжик, с тобой рискованно ездить. Я еще плюс так. Поэтому допустим, это будет как-то так. Если я после этого видео разобьюсь, я не виновата. Мамочки. Одной рукой управлять, а другой управлять собакой не очень удобно. Стоп! Все, короче, я не могу. Это надо как-то по-другому делать. Это невозможно. Ну так это немножко. Как мы это делаем, просто это выглядит немного быстрее. Просто с телефоном мне очень удобно. Все, всем пока. Мы дальше бегать.